Ну что ж, ребят, продолжаем играть в «Славься, Ортоцка» или «Papers, Please». Кому как нравится, тот так и говорит. Расширение КПП отложено, черный рынок взрывается. Правительство винит слабый миграционный контроль. Это меня что винит, что ли? Отцы, охренели. Вообще пятница. Мы с работаем каждый день или как? Вообще таможня должна каждый день работать, мне кажется. Особенно паспортный контроль. Так, инспектор, строгие требования отчета были введены. Жители Ортоцка должны показать свои идентификационные карты. Понял. Иностранцы должны представить действительные разрешения на въезд. Одного билета теперь недостаточно, но он нужен. Была добавлена новая глава в книгу правил. Проверьте всю информацию тщательно, отказывайтесь всем неверным документам. Используйте аудиотранскрипцию, чтобы... Если правил приезжих в страну... Используйте аудиотранскрипцию, чтобы соотнести заявление въезжающих в их страну. Ничего себе. Жуть какая. Ладно, давайте посмотрим сразу правила. Что нам добавлено было, кстати, в правила? Документы. ID-карт как выглядит. Понял. И разрешение на въезд. Типа такая штука. Печати МИД, ну со щитом, короче, должны быть печати. Хорошо. Твою дивизию. Во. Сюда. Ну что, давайте работать, что ли, потихоньку. Так. Понял. Так, документы соответствуют. Пол, да-да-да. Город, ля-ля-ля. Но ты иностранец. Разрешение на въезд. Мне нужно... Подождите. Удостоверение личности. Где удостоверение личности, сученька? А, видимо, есть. Видимо, что-то я тупанул. Видимо, я вот это есть. Разрешение на въезд. А, иностранного. А тебе удостоверение личности. Но это же не иностранный, поэтому... Сработал. Так. Дата 12-12-12. 14 дней. Значит, что-то тут не то. Нет соотношения. А с датой? Соответствие есть. Ну ладно, вроде все правильно. Печати все есть. Хрен тебя пускаем, но здесь сейчас не лоханусь. Следующий. Толстый мэн. То же самое, да? Паспорт норм... А, все, паспорт ненормальный, уже сразу. Фимейл против... Не совпадает. Вы женщина? Что это за вопрос? Сказано, чувак. До свидания. Следующий. Сказал заведующий. В гости жду не настрою. Пару дней, да, хочешь? Так, ты не наша, да? У тебя входной билет, который нафиг не нужен. Сразу. Так, не нужен же входной билет, вроде нет. Чё за фигня? Хорошо, у тебя в любом случае нету вот этой штуки. Понятно. Разговаривать не хочет. До свидания. Чертовщина! Это произвол! Я дал хорошие деньги за билет! Тебя просто, девчонка, наебали, как говорится. Вот. Приехал работать. 90 дней, говоришь, да? С просроченным паспортом ты приехал работать? Ты еще мужчина? Ты мужчина? Да ладно. Видимо, подходит. Точно мужчина? Да, похоже, да.
Вот это меня смущает. 11-18, то есть паспорт недействительный получается. Начинается. До свидания, шалава. Ой, ты мужик. Ну тогда шалав. Хотя я сомневаюсь, что это мужик, не очень похож. Это его девушка, это не сразу. Шесть месяцев ты едешь, да? Так, иностранка, у тебя все есть, паспорт соответствует. Разрешение не соответствует. Или соответствует, подождите, еще проверим. Можешь пропустить ее? Втихаря сейчас. Давай. Ну, сына жалко просто. О, монетка. Ну ладно, ладно, что ты ругаешься уже? Я ж помог, такое святое дело, ну, сына навестить. Вроде нормальная женщина. Так, какая цель? Собирается встретиться. На пару недель? Нифига себе встречаться собираешься, мужик. Так, совпадает. 14 дней. Совпадает вроде все. Мужик. Да, нормально. Заходи. У меня есть теперь денежка. Работа? На 30 дней работать с кем-то? Проституткой будешь работать там на 30 дней, что ли? А, так, проверяем. Да. Паспорты нормально. Въезд вроде сходится. Работа. Один месяц. Да. Фимейл. Да, можно пропускать. Следующий. Какой Что там, имя было не то? Черт. Нет штрафа, слава богу. Мужик, какой паспорт? Что? Что? Господи. Короче, сразу отказано, иди ты нахер. Кабрастан, это настоящая страна. Ладно, я так понимаю, вам не нравится свой паспорт. В следующий раз приду с более хорошим паспортом. Прикольно. Сам нарисовал, да? И детей попросил. Так, ID-карт, Артоцкая, да, Джорджия Новак, совпадает. Так, дата совпадает, рост нам не нужен, пока проверять. Фимейл везде. 65 килограмм на весах совпадает. Так, ага. Так, документы должны быть действительными. Паспорт и иметь удостоверение личности. Все хорошо. Ну что, нормально? Не лоханулся? Ну, слава тебе, Господи. Ваш сын больно нуждается в лекарствах. Арендная плата возросла. Вы издеваетесь? Болен, голод. Жесть. Хорошо, зарплата 7. Почему такая маленькая зарплата? Так нечестно, это произвол. А у меня, кстати, же какая-то фигня. Это что такое 35? Денег столько взял, да? Нет? Да, нет. Ладно, с вами был Клауд. Надеюсь, вам понравилось. Мы увидимся в следующем 5-м дне. Пока. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it.